Новое видео выходит каждый день в 20:00. Всем привет! С вами снова я, Сансет. Как вы можете знать, в предыдущем ролике я уже разоблачил ангела Касада. Но в данном ролике он уже совсем охуел. Вот вы сейчас к нему отношения измените. В данном ролике вы измените к нему отношения полностью. Секундочку, подождите. Вы знаете, что он посмел сделать? Как же меня косоёбит! Вы знаете, что он посмел сделать? Он оклеветал Триумф Ролиплей и Николая Бурцева, лучшего менеджера всех времен и народов. Треморук опять начался. То есть он вообще не прав. Там вот он говорит, что Триумф взломал сайт Резваны. Но это не так. Понимаете, то есть это Аризона поняла, что Триумф стал невыгоден ей, понимаете? Поэтому они сами свой сайт взломали и написали, что Триумф РП топ-сервер. А пруфов-то у Касада нету. Ну что, нормально я его, да? Треморук, нет. Так, подождите. Обожаю. Ну чё, ангел Касада, всё, да? Чё, слит, да? Я тебя в прошлый раз ещё слил, я помню, да? Но сейчас всего пруфов-то у тебя нету, что это Триумф сайт Аризоны там сломал. А то, что там Триумф был написан, так это совпадение. Ну подумаешь, там... Много серверов-то существует, да? Но Триумф, ну вот так, это разработчики Diamond RP решили подставить. Да я так побегу. Понимаете? То есть, понимаете, то есть, я вам серьезно, это ангел Касад? Ну чё ты, ангелка, сдался, да? Всё, пруфов-то нету, да? Вот теперь думайте, кому вы доверяете вообще. А, еще хочу вам продавца виртов порекомендовать. Я в общем, играю на Advance RP, а промокод в описании... А там еще продавец виртов на Advance RP проверенный. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр данного ролика. С вами был Сансет. Пока.